Так, с этих ничего не возьмешь. Ну, так забирайся, сын, если хочешь. Дайте мне побольше денежек. Так, здесь идти некуда. Разве что по мосту. Сейчас все будет, смотри. Нет, не так? Нет, так... Так, так не получится. Тут не с чем взаимодействовать. Не, тут наверняка нужно кидать топор. Просто... Куда именно? Но ничего не хочет происходить. Цепь обрываться тоже не хочет. Может быть, веревка? Нет, тоже ничего не происходит. Может, подскажешь? Сам он тоже убираться не хочет. А-а-а. Сможешь его опустить? Смотри, как это легко все делается. Вперед. Что прикрыть этот раз? Хорошая идея. Нормально. Видишь, как на руках, без ног. Там висит ведро. Наверное, для приношений. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношения и вешает повыше от воров. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Отец, по пути мы встретим других людей? Да, да и богов тоже. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. Что-то так, стоп. В эту сторону, да. Ну, куда ты слез-то? Хотя можно было на всякий случай цепь скинуть. Смотри. Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Ну, вниз уже точно не пойдем.
Так. Еще выше. Давай, ты первый так проверяй, что там. Сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Крыса! Да тут полно драугров! Я готов! Где второй-то? Стреляет огнем! Это так вообще! Сын, соберись! А мы в него кинем топор. Я готов. Индикаторы угрозы отображаются. До этого я уже понял. Мигающий индикатор означает, что Кратоса атакует. Мигающий фиолетовый индикатор означает, что противник стреляет в Кратоса. Ага. Короче... Очень заранее предупреждает. На. Ну как? Я как-то помог? Маловато опыта. Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен. Бестиарий. Драуг. Эти драугры умеют... метать огненные шары. Интересно, как им это удается? Они предпочитают атаковать издалека и могут остановить одного... Ой, доставить много неприятностей, если кроме них есть и другие враги. К счастью, их довольно легко убить. Драуг просто. Мама говорила, что драуги — это павшие воины, души которых упрямо хотят продолжать бой. Они отбиваются от валькирий, которые приходят за ними и вселяются в собственные мертвые тела, превращая их в нечто совершенно иное. Сразу почему-то вспомнил Ведьмака. Дейди Ладно. Похоже, тролли, с которым мы только что дрались, звали Дейди. Мама пугала меня сказками про него, чтобы я не уходил слишком далеко от дома. Думаю, она бы мной гордилась. А вот папа немного рассердился. Он говорит, что я еще не готов. Ну и что? Я только что помог ему убить тролля, значит, я готов. Мама рассказывала много сказок о подобных существах. Имя этого тролля означает «торговец смертью». Думаю, его так дозвали, потому что он был очень злой. И рад, что мы его убили. Что, справишься? Справлюсь. Смотри. Пойди сюда. Ладно. Поселение Йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Думаю, сюда мы точно уже не вернемся. Нет! Что?
Ладно, погнали. Бьет он. Стреляй медленней, за скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук. Я бы назвал это гробницей. Слабая руническая атака. Невероятно быстрый выброс энергии, отбрасывающий всех соседних врагов и прерывающих их действия. Касание Хель. Вы получили камень слабой рунической атаки касания Хель. Подобные камни позволяют наделять оружие слабыми и сильными руническими атаками. Вставить рунный камень в предназначенное для него гнездо можно на закладке оружия. Блин, я только что этим занимался. Удерживайте L1 и R1 для этого. Ну-ка. Ага. Чтобы вставить камень слабой рунической атаки, все, вставил. Больше ничего нет. Ого, как ты это сделал? Так, ага, вижу. Кажется, здесь снова можно пройти. Иди. Ага. Изи, бой. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Сейчас видишь? Что-то будет. Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. Здравствуйте, местные жители. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Степень опасности врага обозначается цветом и цифрой рядом со шкалой здоровья. 2. По цвету шкалы здоровья от зеленого до фиолетового можно судить о том, насколько враг силен по сравнению с Кратосом. Помни, меткость вот важнее скорости. Оживили нахрен всех. Вот. Здорово, ребята. Даже не спрашивай, сынок, как я это... А, черт, не восстановился. Так убей его, даже глуп. Хорош. Где это говно? Почему мне эти казни напоминают Doom? Это последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Пацан бы был давно уже мертв, если бы у папки не был Кратос. Да, короче, не забраться. Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один?
где? Наверху! Кто-то ломает стену! Валим отсюда! Кто-то ломает стену! И это он? Это этот карлик? Лошара. Так, это уже не такие ложки, да? Косой ублюдок. Почему ты не устал? Эх, я бы тебе рассказал, как в стародавние времена я убивал богов Олимпа. А, ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Пойдем на это жуткое пение. Сам помни, Критальоне, Кукапуту. Не, я не хочу уходить, не убивай их. Что это? Кто ты? С топором не угонишься! А не для твоих стрел, стреляй! Еще чуть-чуть! Отец, берегись! Низко! Давай, попоц! Вот, все-таки успел. Молодец. Это была настоящая Вельва. Никогда не думал, что увижу. Вельва. Что я нашел? Вельва. Я, походу, еще много новых названий тут услышу. Это почти как Вульва. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Не похож он был на человека. Наверху!
мягкая асфальтхельмская сталь. Мистер! Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Еще. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Больше, чем мир. Каждое святилище хранит историю легендарного великана. Найдено святилище 2 из 11. Уходя великана... Так, давайте с первого начнем тогда. Ладно. Уходя великана, оставили святилище, которые хранят их историю. Похожие сказки мне рассказывала мама. Мне они очень нравились. Интересно, сколько святилищ мы сможем найти? А что я нашел? Ну, то есть с этой явно что-то выпало. Может, пацанов? Нет. Ладно, ладно, пошли дальше. С этой... Вальвы, вальки, ну неважно, короче, выпало что-то. Сын, сюда. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Ладно, пошли. Нам же сюда? Похоже, что нет. Куда же? Никуда не пойдем, пока все не поломаем и денежку не заберем. Что это такое? А, здоровье спряталось. Нет, туда. Ну незачем, правильно же? Или тут можно что-то сделать? Не, ему не повезло. Что это там наверху?
Где, ты о чем? Ну, жмурик, сын, жмурик. И это как бы все, что можно было с ним сделать. Наверное, нам вниз. Ну нет, 100% туда. Нет, ну на хилочку одну оставим. А можно было и вниз вообще пойти. А, нет, стоп, мы оттуда забрались. Что это? Что это там? Я понял, что с ним выпало. А это, видимо, что-то... Запечатанный сундук. Рунической магии. Чтобы его открыть, найдите и разгадайте три печати. Так. CRN надо найти. Угу. N больше нет. Ищем C и R. О. Косой. Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Мне кажется, С где-то тут. Но это не точно. А мне кажется, бой с людьми тут должен быть вообще крайне простым. Я помню предыдущей трилогии, конечно, Кратос, ну там, встречались люди, но просто одним ударом на куски. Правда, это были какие-то крестьяне. Подсвечивается, куда можно пойти. Так, С. Позарез нужно С. Зритель, ты видишь букву С? Давайте не будем торопиться и медленно все осмотрим. Это что там такое сидит? Может, там две цепи? Недолет. Ну-ка, а если сильный? Твой день, птица, твой день. Так, я не вижу це. В смысле, две цепи? А, вот она. Но он не долетит, короче. Надо сначала вот так вот сделать. Готово! Немножко, немножко подбешивает то, что топор сам не возвращается. Лут. Быстрее. Яблоко Идун. Легендарный предмет. Вы нашли одно из трех яблок Идун, необходимых для увеличения максимального здоровья. Яблоко Идун. Яблоки Идун являются любимой пищей богов. 9
Таких яблок спрятаны в сундуках, запертых с помощью магии. Каждые три из них повышают максимальное здоровье Кратоса. Угу. Привет. Да. Ты убьешь ее из лука. Так-то быстрее будет. Я убью ее, только скажи. Давай. Нажал. Где этот козел? Есть такая поговорка: один в поле не воин. На. У нее так вот только кидать. Потому что даже вот этот гнев Спарты, или как он называется, он на нее не работает. Кратос не успевает. Хочу туда. Игра, пусти туда. Пожалуйста. Не, я не хочу от того места удаляться, пока там, ну, не нашел, как открыть тот сундук. Нет, грубая сила тут не поможет. Угу. Не, ну тут в обход. Ладно, может быть, оттуда получится. Так, стопэ. Хилка. Много хилок. Мало нужного.
Мягкая. Тут, короче, еще и можно что-то крафтить, да? Если не сейчас, так со временем точно. Дерьмо, сынок. Дерьмо. Давай! Это скитальцы? Не тронут. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. Мужики, я только что убил кучу монстров. Живы не будем держать, а мясо отрезать. Понемножечку. Сражаться я буду один. Вот это вот уже. Он же один. Блин, драуги. Новый труд убийства. Ты спрятался. Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Быстро они стали превращаться в драугов.